Нет, а те, кто сидят в городе, получают по 20 тысяч, по 28. Я тебе серьезно говорю, мама. Ну ты не равняй россиян и нас. Я же отношусь к первому российскому корпусу, а они, наверное, там от российских этих, ну, тут же, мама, короче, до 26-го года сказали, будет вот такая вот жопа. Россия будет долго. Да, вот такая же. Нет, ну, освобождать территории там будут, а я имею в виду, что вот это вот неразбериха в документах, вот это вот неравноправие, короче. Давай.